Дорогие друзья, вышла на улицу. Меня попросили показать, как у нас картошка. Картошка уже всходит. Картошка хорошо. Что в огороде творится? Там курочки мои сидят. В огороде тоже хорошо все. Растет. Все потихоньку, понемножку. Тут у меня кабачки посажены. Кабачки, тыквы, короче, мы перепутали рассаду, и где кабачки, где тыквы, теперь непонятно. Тут еще помимо этого еще морковка посажена. Но мы в морковку еще натыкали кабачков. Поэтому вот так вот, вот эта вот вся грядка, вот эта вот вся грядка, и там в конце горох немножко. Тут вот горох, потом кабачки, вот это вот все идет зелень, потом петрушка и укроп. Ну, кабачки мы все равно напихали. И сейчас пойдем с вами в парник. У нас дождик идет. Там курочки мои сидят. О, дождик пошел. Вовремя я вышла. Ага, на улице. Прям самый дождь. У нас тут опять все заросло. Надо опять косить. Что у меня в парнике? А вот. Как видите. Огурцы прорастают. Слава тебе, Господи. Но нынче очень тяжело с огурцами. А я в дождик попала, ребят. Ай, ты ё-моё. Так что вот такие вот дела. Там вот, видите, самый... Вот этот вот самый крупный. Остальные так себе. Но есть маленькие, есть большие. Но нынче мы подсаживали, вот, в которые не выклёвывались плохо. Это мы рассадой уже подсаживали их. Ну вот, как-то так пока получается. Посмотрим, что дальше будет. У меня еще два парника посажены. Сейчас я по-быстренькому вам их тоже покажу. Пока дождь не сильный. Тут, помните, в том году парник был? Мы помидоры с вами сюда садили с перцем. Сейчас у меня тут посажены. О, заросло тоже все. И вот здесь муж второй сделал парник. Видите? Вон. Огурцы тут посажены, а там перцы заросли на полоть уже их. А тут огурцы муж посадил. Второй парник, видите, сделал. Хорошо получилось. Все, бежим домой, это дождик. Дождик на улице идет. На, косить. Он тут сено пока готовит своим кроликам, поэтому сильно не косит. Хочет, чтобы оно подросло, а потом будет косить. Так что вот как-то так. Черемуха у нас отцвела уже, ягодки. Эти на черемухе ягодки уже. Курочки у нас там сидят. Так что вот так. Там у меня помидоры, но помидоры что-то не очень. Ой, а другие помидоры в другом месте. Уж сейчас показывать не буду. Но вот факт то, что картошка начинает проклевываться, как видите. Здесь мы уже позже садили, там вообще поздно уже садили. Ну вот здесь вот пораньше садили, уже начинает проклевывать. Скоро будем тяпать и полоть. Я уже развесила белье сегодня. Постирала. Вот этот вот куст большой. Нынче на ней уже побольше ягодок. Видите, прям ягодки. И причем много уже. Тут у меня это черная. Вот видите, она разрослась так. Это чисто черная смородина у меня. На, подвязать ее. Ходила в инкубатор, заглядывала. Там один цыпленок еще проклюнулся. И один у нас вчера мертвый оказался. Он что-то пищал. Мы немножко расколупали яйцо. Думали, ну дальше вылезет. Больше половины расколупали. Не, он так и погиб. Не смог сам вылезти. Теперь делаем с извеждением, что уже вот хочет вылезти. Мы его расколупываем полностью. Что-то последние яйца, и вот так вот выходит плохо. Ну, цыплята вроде растут, ничего. Комары прям задолбали. У меня у Марины такие сильные укусы от комаров. Товарищи подписчики, советуйте, что можно ребенку мазать от укусов. Она прям расчесывает аж до крови. Это кошмар. Вот этот вот сезон, это ужас какой-то. Так что жду от вас. Пишите в личку, что можно от комаров ребенку вот прям целиком намазать после укусов, чтобы она не расчесывала. Ладно, пошла я домой, а то меня сейчас амуры съедят. Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале многодетной семьи Тарантино. Сегодня мы будем с вами собирать вот такой вот гараж от компании Кубрикс.
на 28 мест плюс 2 трассы. Это очень большой гараж. И мы будем его сегодня собирать с кем? С Ваней. С Ваней. Если вам интересно, то оставайтесь с нами. Сразу говорю, это российский производитель. Сделано из качественного картона. В комплекте также есть наклейки. И вы сможете их наклеить. Вот коробка такая. Показываю со всех сторон. Инструкции все есть. Как собирается. Все это мы сейчас с вами посмотрим. Давайте распакуем сначала ее. Конечно, подожди, а то ножнички острые. Мы, ребята, с вами открываем. Это крышка такая от коробки идет. Что идет в коробке? Трасса сама. Видите, какая большая трасса. Все сделано из прочного картона. Сами детальки для гаража, которые мы сейчас будем с вами соединять. Видите, тут их очень много, деталек для гаража. Уберу руки. Также идут разные наклеечки, которые мы сможем с вами наклеить. И вот такой вот фон. Тоже это будет. Сейчас мы с вами будем все это собирать. Здесь у нас внизу есть инструкция, как собирать. Ванечка, сиди спокойно. Так, дорогие друзья, я поняла, как нам собирать его. Уже частично даже сделала. Нам вот каждую детальку нам вот так вот согнуть. Видите, есть большие, есть короткие детальки. Плюс есть дорожка, она вот такая вот большая будет в комплекте. Ее нам тоже надо согнуть пополам. И есть дорожка еще, на которой будут машинки ездить. У нас получается крышка от коробки вставляется вот эта вот дорожка сама туда. И потом вставляется вот эта вот коробка вовнутрь. Оно так будет держать саму дорожку. Сейчас мы с вами будем собирать все остальное. Если интересно, оставайтесь со мной. Ну а я буду собирать. Так. Обязательно смотрим нумерацию. Так. Это у нас получится нижний ярус. Тут 1, 2. И делается большая. Тут коротенькая. Так, вот так вот. Нет, да, вот так вот. Стоп. Что-то я... Так. Здесь у нас это будет... Это... 9. Раз, два, большая. Раз, два, большая. Раз, два. И опять ставим большая. Там видно вообще, что я снимаю, нет? Видно. Так, сейчас нам будет удобнее все это вот так вот собирать. Камера включена, да. Не ходите, не ходите, не мешайте. Дальше. По нумерации у нас получается. Вот что, ребята, видите, у нас получается этажи. Первый, второй, третий, четвертый. Сверху нумерация начинается и вниз идет по старшинству. И сейчас нам надо осталось вот эту вот дорожку только приделать. Попадаем в прорези и приделываем. Так, все, в прорези мы попали.
Теперь нам надо вот этими прорезями попасть вот в эти, во все прорези. Это будет нелегко, но лучше бы, чтобы, конечно, кто-то помогал, но вот у меня дома никого из старших нет, поэтому я буду одна делать. Внизу, кстати, тоже есть прорези, поэтому проверяйте, чтобы все в прорези попали. И потом пропихиваем туда. Все, мы с вами вставили. Осталась последняя деталь. Вот эту дорожку мы вставляем сначала вот сюда, под нижний ярус. Оно закрепилось. И внизу, там тоже под нижний ярус мы вставляем. Вот такая, ребята, у нас дорожка получилась. Ванюша, иди расставляй свои машинки, бегом! Давай, сыночка, показывай, как ты будешь машинки свои. Давай, едь по дорожке. Вот так вот я тебе подвину его. Едь по дорожке, как будто ты по дорожке едешь. Поднимайся вот так вот, Ванюш. Раз так поднялись, все, встал в гараж. Ваня, тебе нравится? Угу. Давай, давай, Ванюшенька. Вот такая вот красота получилась. Ой, ребятки, знаете, что я забыла? Вставить плакат. Сзади надо еще плакат вставить. Но я попозже его вставлю. А так гараж вот такой вот получился. Вот Ванюшка расставляет свои машинки. Да, Ванечка? Да. А что не поднимаешься на верхние этажи? Сейчас будешь подниматься? Вот такой гараж у нас получился. Большой, хороший и компактный. Поднимается, да? Да. Ой, не туда поехал, да, назад сдал. Все, теперь, Ваня, все твои машинки поместятся. Ой, ты помолвать. Да. Вот это плавает. Да. Дорогие друзья, ссылочки я оставлю в описании. Проходите, заказывайте. Эту гараж можете заказать на Валберес. Ссылочки все оставлю в описании, поэтому проходите, смотрите. Он большой, крепкий, прочный. Можно еще для прочности, конечно, его проклеить. Что я, наверное, потом и сделаю. Ну, а так он очень классный, очень хороший. Ванечка, тебе нравится? Ваня, повернись сюда. Скажи, ставьте лайк и заказывайте. Так ты скажи. Да, у нас котенок тоже захотел поиграть. Решили сделать вот так вот. Установили его здесь, место для него, и наклеили название улицы, где будет стоять эта станция. Тут еще много наклеечек, ребята, остается, поэтому вы можете их куда угодно потом клеить. Ну, а я потом ребятишкам, и там они сами, что захотят, наклеят. Если вам понравился обзор такого гаража, вот покажу получше. Внизу там вот так вот. Мойка, пит-стоп, тюнинг, там сервис, а здесь нумерация идет вот такая вот. Поэтому, если вам понравилось,
то проходите по ссылочке в описании и заказывайте. Убивать!